Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем награды наши. Откроем колоду. Я хочу посмотреть, где мы с тобой остались, в Лиге Мастеров или нас все-таки сбросили, потому что завтра уже будет суббота, а там воскресенье, и там уже конец недели. Блин, все-таки сбросили, и ранг 39-й. Ладно, давай тогда быстренько пробегусь, потому что, ребята, мне уже надо в кровать, так сказать, ложиться спать, потому что завтра на работу с утра. А время сейчас, извини меня, 12 час, 10 минут 12-го. А ты сам понимаешь, мне в 4 утра уже надо быть на ногах. Так, ну что, кожеголовый, я не знаю, ну давай попробуем, наверное, справиться. На всякий случай перестраховкой будет у нас служить Шархан. То есть, как бы сегодня вот быстренько серию запишем. Выйдет она уже в лучшем случае завтра, может быть, послезавтра. Там посмотрим. Потому что, ну, хотелось бы неделю сдать в Лиге Мастеров топчик, как говорится, да? В Лиге Мастеров 3 звезды, чтобы все было у нас четенько. Чтобы камушки у нас шли, как подобает. Так, я возьму, наверное, здесь... Нет, Армагона я брать не буду. Возьму, скорее всего... Да ёк-макарёк. Давай возьмем Ваньку. Раз, два. Три, четыре. Ну, надеюсь, что Ванька из базуки хорошо сейчас им вдарит здесь. Ну, понятно, Майки начинает. И сразу же, друзья мои, сразу же он сделал замедление на Ваньку. Отлично, Ванек. Неожиданно даже для меня. Так, слушай, не трогай мне мою ведьмочку. Пришел тут, начал выпендриваться. Она выстояла, слава богу. Так, ну что же, мы тогда двигаемся дальше с 27-й позиции. Мы перемещаемся на 15-ю. 16-22. Так, я беру здесь Армагона. Раз, два, три, четыре. По идее, Армагон должен вырубить абсолютно всех. Но ты знаешь, у него бывают и просадки. Но не в этот раз. В этот раз у него все получилось, как говорится, без изъяна. Абсолютно всех отправил к праотцам. Ну, а мы... А мы до сих пор топчемся в Лиге Сёгунов. Я уж, честно говоря, думал, что мы сейчас перейдем. Но как бы не так. Раз, два, три, четыре, пять. И, кстати, мне надо будет сейчас, знаешь, что делать? Скорее всего, я буду через откаты играть. Буду восстанавливать себе Маузера, и через него буду отыгрывать наших слабых бойцов. Как бы... Ну, это сейчас оптимальный варик. Тем более, он довольно неплохо с ними сейчас справляется. До 71 уровня, в принципе, он должен их ломать тут. Ну, вот она, Лига Мастеров, 92-я позиция. Возвращаем наших Маузеров. Раз, два, три, четыре. Отлично. Поехали. Надеюсь, что мы здесь тоже быстренько очень запинаем их. В принципе, враг не особо сильный здесь. Да. Маузер пока показывает тут мастерство. И мы переходим на 82-й, надеюсь. Угу, 81-й даже. Так, возьмем вот эту команду. Опять же, ребята, маузеры по откату. Но здесь уже уровень 67 и 68 присутствует. Если мой маузер не сможет их добить сейчас, кролики, то нам надо будет тогда ждать следующего хода именно их. Потому что вот эти вот ребята не справятся с тем уровнем, который там бы остался. Ну... Так, 71-й. 10 ступенек ровно пролетели. Так, уровень 67-й, 65-й. Ну, в принципе, маузеры должны опять же здесь
справится без проблем. Донателло нету? Нету. Микеланджело? Ну, он пропускает свою инициативу. Да, смотри, как мы за счет маузеров довольно быстро и лихо продвигаемся. Прикол. Так, что у нас? 60-я позиция. Значит, через следующий поединок у нас будет 50-я, получается. И там еще где-то 5 боев откинем. И будет Лига мастеров 3 звезды. Подожди, какие Лига мастеров? Лига мастеров 2 звезды, да? Пока все идет идеально. Лига мастеров 2 звезды, там еще... Я не знаю, сколько там поединков нам надо будет отыграть. И хватит ли у нас вообще поиграть там. Но пока мы по... Именно по 10 ступенек пролетаем. Уже небольшая опасность есть, потому что уровень уже начался у них 69-й, почти 70-й. Не знаю, сейчас смогут ли у меня кролики с ними справиться здесь. Проверим. Ага, сможешь? Ну а ты? Кому-то крышка, да? Хоу. Он решил напасть на маузеров. Но это и хорошо, что он решил так сделать, ребят. Это и хорошо. То есть явно бы он их не пробил, поэтому как бы великолепно все. 39 место. Ну что же, 17-23. Тут уже, как ты понимаешь, нужно брать двух персонажей сильных. Потому что нужна будет перестраховка. Маузеры здесь не будут, скорее всего, справляться. Посмотрим сейчас, конечно. Вот именно об этом я и говорил. Они не тянут. За 70-ник, когда переваливает все, ничего не получается у нас. Поэтому здесь Усаги шел как подстраховочное лицо. Ну, как обычно мы это применяем в тактике. Так, 27 место. Давай маузеров возьмем и Бакстера Стокмана. То есть Бакстеру просто нас надо будет потом либо ракетами, либо смертельной волной просто добить их. Потому что львиную долю удара, естественно, принесет сейчас наши кролики. Так, и добивка. Как говорится, не дать, не взять. Погнали. Ага, 16-я позиция. Здесь... Нет, давай ко мне 17-23. Вот она. Так, берем Рафаэля и, наверное... Давай возьмем Рафаэля, Майки, Рафа, Криса и Змейка Вьюна. Ну, хочу вот такой командой поиграть. Так, ну здесь черепки. Замечательно. Сразу же делаем уклонение. Теперь, блин, провокацию хотел. Хорошо, что у нас уклонение было, а, ребята? Так, слышав в минус. Понижаем атаку. Ваньку уничтожаем. Криса Брэдфорда тоже. И Шреда... Ага. Рафаэль сейчас отомстит. Ага, Рафаэль отомстил. Ну что же, отлично. Какое там у нас? 6-е место, да? 5-е. Так, ну что, опять же берем маузеров и... Ну тут возьмем Леонардо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Там уже трех персонажей нужно было всего лишь взять. А я раз, два, три, четыре, ну, по старой памяти. Уровень у них уже 76-й.
Но все равно великолепно, ребят. Все равно для 76 уровня наши маузеры тут хорошо сейчас ударили. Опять же, ребята, урон идет рандомный. Я не могу сказать, что 100% победим мы или нет. Но зато я могу тебе сказать, что 100% мы переходим с тобой в Лигу Мастеров 2 звезды. Берем Макмана и берем опять же наших кроликов. Так, бойцов осталось не так уж и много. Ну, хотя бы давай до полтинника дойдем, было бы уже неплохо. То есть Лига Мастеров 2 звезды, 50-я позиция, меня вполне бы устроила на сегодняшнюю игру. Завтра, после работы, я думаю, еще успею зайти, поиграть. Вот. Ну и топчик будет наш. Так, 80-е место. Маузеры плюс Зек и Донни. То есть, получается, Зек, потом ходят маузеры, да, и, в принципе, все. Кролики добивают. Без шансов. Так, с 80-й позиции, может быть, перейдем на 70-ю? Так, точно. Ну и прекрасно. Так, давай еще возьмем Крэнга тогда. Тут у нас остатки роскоши. Остатки роскоши у нас. Так, замечательно. Пробили. Было 80-е, стало 70-е. Я надеюсь, сейчас будет 60-е. Ну, 61-е, ладно, тоже пойдет. Так, маузеры. И слэш. Раз, два, три. И осталось там у нас пару поединков. В принципе, и все. Ну да, 50-е место мы получим сегодня. Ха, прикол. Всех маузеры здесь устали. Там слэш осталось просто добить, хотя думал, что слэш будет вертушкой бомбить всех. Ты смотри-ка, 51-я позиция. Так, давай здесь, наверное, остановимся. Возьмем маузеров. Маузеров, да? Раз, два, три, четыре. И еще один полноценный поединок, по идее, должен быть. Ну, единственное, что нам придется все откаты вообще полностью скинуть. Полностью все откаты. Минус. Отлично. Караечка молодец, не подвела здесь своим хвостиком, махнула, все нормально у нее получилось. Давайте там, 41-я или какая? О, 36-я, нифига себе. Вот это да, 17-24. Ну что, как я и говорил, полноценная, ребята, катка получается у нас. Последняя. 36-й, блин, слушай, ну нормально мы сейчас попадем. 20, ну 20-ка будет, да? Где-то 20, даже пускай 25-е, 26-е, все равно отлично. Опа-на. Так, майки. Это не входило в мини-планы. Да что ты, караечка, ну что это? Есть, сплинтер победил сплинтера. Ха, справедливо. Ну что, 25-й, 26-й какое? 28-й, ладно, все равно, ребят, годится. Так, теперь давай по заданиям. Пройти серию испытаний. Пойдем сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Вот такая вот команда у нас будет. Бьем Бакстера. Так, заблокировали способность. И мини-кренги здесь у нас остаются.
оглушение. Так, добиваем. Вообще не попал. Переходим на вторую волну, последнюю, заключительную. Так, массуха есть кого-нибудь? Есть. Хорошо, они тут упали. И добивает Макмен. Изи. Что у нас получается? Нам надо будет сейчас искать предметы. Откатов, правда, у нас мало. 95 штук всего лишь. Пойдем сразимся в поединках. Значит, ищем опять же на нашего Рафаэля. Кстати, мы ему поднимем уровень. И давай вот это вот прокачивать. Одну кружку надо найти всего лишь. Нашли. Нашли кружку. Прокач... Что? Чего? А, подожди. Да ё-моё, не тут додумаю, что такое-то. Все, ребята, до 6-й ступени прокачали. И остается вот здесь вот 7 катушек с пленкой. Раз, 2. Так, это у нас какая? 2-я получается, 3-я, 4-я, 4-я, да? 5-я, 6-я и последнюю, давай. Так, 7-я. Слушай, 10 номеров, а мы, по-моему, выполнили задание. Да, все абсолютно здесь собрали. Слушайте, ребят, о, у нас телепорты есть. Телепорты я буду набивать в любом случае. Так, жетоны, наверное, я думаю, не пойдем мы фармить на сегодня, друзья. Только лишь из-за того, что очень мало у нас, очень мало телепортов. Поэтому жетоны как бы, ну, перебьемся какое-то время, пока не накопим количество определенного денег, чтобы можно было купить. Потому что по 3 штуки за один поединок, ну, даже по 2 штуки за один поединок, сам понимаешь, этих 15 поединков это 200 с лишним. Точнее, сколько там получается-то? Да там дофига чего выходит у нас. Поэтому не будем, ребят. Обойдемся пока. Так, сколько мы там получаем? 4. За следующий поединок мы получаем 5. Подожди, 4? Точно 5? Они 6 ли? Или 8? Я этого даже не помню, ребят, сколько мы получаем там. Крэнк решил сделать суператаку. Молодец. И последний, заключительный бой. 6, ребята, 6 получаем. Черт, уже все, начинаю залипать, надо спать ложиться. Иначе завтра вставать очень рано. Так, пока автобой тут будильник. Так, какой я тут смс-ку читаю на телефоне. Ну, не смс-ку, а эти, как их. Скажи, я скажу. Комментарии. Пока он там прогрузится. Так, Рэй, не хочешь ли поиграть в Resident Evil 2 ремейк или 4? Я бы в четвертую, ребят, поиграл бы, если бы она была доступна у нас. Так, Максим пишет мне. Привет, отец Рэй. Я тут слышал, что ты все-таки будешь проходить Хогвартс Легаси. Я этому очень рад. Когда выйдет видео по Хогвартс? Ребята, уже видео выложено. Оно просто, как сказать, я его выложил на канале на своем. Но единственное, что оно пока... Как это объяснить-то тебе даже? Короче, я его выложил, но оно... Как это назвать-то правильно? Редактируется со самим Ютубом. Пока еще, короче, понимаешь, да? То есть, с моей стороны все сделано. Ютуб там догружает его уже. Так, ну что, здесь мы с тобой прошли. А так, да, 2 серии по 2 часа пока. То есть, 4 часа всего
наиграно. Но я, ребят, спешить в ней не буду. Я попробую проходить все задания. В общем, пройти ее дотошно. Как у меня дружочек проходит. Тоже дотошно, во все дырочки, щелочки, все задания там выполняет. Но, правда, он говорит, сейчас дошел, у него там 80% игры пройдено. Уже, говорит, очень много багов появляется и лагов. И очень часто вылетает. Не знаю, посмотрим, будет ли у нас такое. Ну что, друзья мои, по-моему, все на сегодня. Я буду... Ау, моя черепашья буря любимая, ребята. Давай. Давай ее проходить. Вот ее-то я проходить буду. Так, зачем мне тут автобой? Что я делаю? Так, пошли с массовых атак. Хотя с этими сосунками можно было бы разобраться и обычным путем. Тут всего лишь 60 уровень, так что каждому по плюхе и нормально. Упал. Упал. Угу, третья волна. Ну, здесь можно, в принципе, вот так вот сделать. Лучом. Слабоват лучик-то. Минус Донателло и... минус Леонардо. И последний у нас. Все, шикарно. Так вот, я говорю, Resident Evil 4, если бы он был бы у нас доступен хотя бы в Стиме, конечно бы, я бы купил бы его и начал бы проходить, потому что Resident Evil... мне нравятся эти серии. Только проблема, знаешь, в чем еще? Что я до сих пор не прошел Resident Evil 3 ремейк и... какой там у нас еще там выходил? Resident Evil 3, и не прошел я деревню, Village. Сам немножко в шоке, как так? Потому что обычно я проходил абсолютно все серии. Хотя вру, я Revelation вторую часть, по-моему, не допрошел, да. С этой, с девочкой, когда ходит. Но, как говорится, у меня все еще впереди, задатки есть на это прохождение, но... когда это будет, не знаю, потому что очень много выходит игр. В этом году вообще будет очень много игр. Правда, половина будет как бы недоступным нам. А так, в общем, да, будет много. Так, там постепенно... да, давай ракетами добьем. В принципе, что там париться. Вообще на изи, да? Прошли. Так, забираем наши награды. И последнее. Тут у них 80 уровень у противника. И к тому же 6 волн. Поэтому надо будет очень-очень все экономно. Попробуем прописать. По первое число. Упадут, не упадут. Ну, кто-то упал, кто-то не упал. Тыч. Ай-яй-яй. Так, минус. Переходим на вторую волну. Если мы из базуки. Надо Микеланджело как можно быстрее уничтожать. Если он сейчас поставит тут уклонение, запаримся опять их тут ковырять. Так, Леонардо. И Рафаэль. Третья волна. Ну, тут классика. Ничего страшного, я считаю, здесь нету. Плюс пулеметная дробь. Четвертое. Оригиналы. Оригиналы. Так, шипы пошли. Давай, наверное, так сделаем. Пятая волна. Черепашки видения.
Ну ладно, фиг с ним, давай. Так, там постепенный урон. Я не знаю, сработает ли он. Ну, упадет ли он от постепенного урона. Но сейчас он упадет по-любому. Ускоряет. А, нет, это не ускорение, это, ребята. А чё? А, он, по-моему, ничего не смог сделать. У него антииммунитет стоял. И вот она, последняя команда. У нас как раз здесь, по-моему, откаты, да, произошли. Сейчас начнем. Нифига, у нас не откатилось. Нет, ну у кого-то есть. Вот, например, у Кренга. У Кренга и, по-моему, у Маузеров тоже есть ульта. Нету. Она нам не особо и нужна. Ну, ребят, события прошли. Очень круто. Там сколько у нас? 100 жетонов, по-моему, 15 баксов. А, 20 баксов, 100 жетонов. Я считаю, это круто. Как-то так. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду сегодня закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.